Свои новинки и проверенную временем продукцию представили якутские фирмы и индивидуальные предприниматели. В Якутске открылась выставка «Бизнес-экспо-2017». В этом году в выставке приняли участие 90 предприятий из Якутска и 18 районов республики. Помимо выставки, продажи продукции на той же площадке проходят практические сессии для производственников, где им представляют примеры эффективного ведения малого бизнеса. Также предприниматели организовали биржу деловых контактов с презентационным блоком продукции перед потенциальными партнерами. Республики. Выставка имеет обширную географию. Это мало произвести. Мы занимаемся изготовлением светодиодных светильников и уличных и офисных светильников. С 2016 года по указанию правительства запрещено использовать в бюджетных организациях приобретать люминесцентные светильники. Мы занимаемся заменой люминесцентных светильников на светодиодные. Они гораздо экономичнее, долговечнее, и мы даем 5-летнюю гарантию.